Редкий петрозаводчанин не отправлялся с нашего железнодорожного вокзала в путешествие. Кто в дальние странствия, кто в пригород на дачу. Редкий отъезжающий не проводил десятки минут в ожидании прибытия поезда. Не всем нравится проводить это время в тихом зале ожидания, но уж все точно знают, что в ногах-то правды нет, а посидеть на дорожку – дело святое. Остается вопрос, куда же присесть? А? Народу полно, выходят из вагонов, не присесть, как ничего. Думаете? Из телефонного разговора с начальником вокзала мы уяснили, что отсутствие скамеек продиктовано правилами безопасности на случай возникновения желания у преступных элементов перенести скамью на рельсы и создать аварийную ситуацию. Поэтому скамеек на платформах пока не предвидится, так что придется господам отъезжающим по старинке протирать штаны, сидя на поребриках или газонных оградах.